Назад! Стоп! Иди сюда! Налево! Назад! Если бы я не была аниматором, я бы была продавцом мороженого. Стой, стоп! Иди сюда! Налево! Назад! Стоп! Иди сюда! Налево! Назад! Если я не был бы аниматором, был бы уборщиком! Если я был бы не аниматором, я бы был бы шахтером. Уголь! Ломай, ломай, ломай! Уголь! Ломай, ломай, ломай! Уголь, молоток! Ломай, ломай, ломай! Уголь, молоток! Я был бы музыкантом. Аниматором я был бы шеф-повара. Курица, ночь. Режем, режем, режем! Курица, ночь! Режем, режем, режем! Курица! Ha ha ha!
Emre, Emre, DJ'yi Emre, gel. Emre, gel. Telefon plak orada, telefon plak. Üst sene bu okra. Gel, DJ'yi. DJ yastası. İma soga vakit ebi. Organize tarafı, nima nakit öz beğur. Beni nakit ne bir diyeceğim. O bir strip diziyor. Полицейский сегодня, да, то? Спартан, не надо. Эти на бутицы, эти на бутицы. Кави да уходи, окей. Мини-клуб, детский клуб. Заботиться детей. Мисс Оксана. Оксана, вы здесь. Мистер Анар, спортан, не надо. Волейбол, каждый день. Анар, аплодисменты, Анар. Утренняя гимнастика, аэробика и водная гимнастика. Мисс Лена. Самый напивший аниматор в моем жизни. Мистер Давид Акаш. Продолжаем.
нашем команде есть один качок и главная ударная волна. Мистер Илья, а мы с вами маленький аниматор, самый смешной мальчик, мистер Бека, мини-клуб, а вот и смешной. Для анимации он только энергия и мотивация. Танцор, профессиональный грузинский национальный танец, мистер Виталий Абрисович. Мой лучший друг из Грузии, который всегда рядом со мной, поддерживает, и если немного плохо или как, или весело, меня всегда он рядом со мной. Мой лучший друг, мистер Лаша, экспорт-аниматор, аплодисменты, пожалуйста. Я, он взрослый на меня, но я ему называю как мачо-мен. Мистер Илья, шеф-аниматор! Мистер Скриптиз. Но, извиняюсь, дети, закрывайте уши. Извиняюсь, я хотел, он не скриптизил, я хотел просто, что он полно звезд бил, но он не захотел это сделать. Потому что сказать дети будет здесь. Мистер Эмли, диджей, Sound and Life, шеф!